приблизил немножко камеру, чтобы вам видно было. А вот смотрите, как тени накладываются. Побольше немножко разбавителя, и вот под носом тень мы ее сразу намеком делаем. То есть уже на этой стадии мы делаем с вами какие-то главные тени, не просто рисунок, но вот чтобы не запутаться, делаем его, уже прорисовываем его, то есть.